Первый турнир «Мемориал» по волейболу памяти Владимира Вялкова прошел в Уссурийске. Владимир Леонидович был детским тренером в нашем городе, учителем физкультуры в 14-й школе. В мае прошлого года он безвременно ушел. Коллеги решили почтить его память соревнованиями. 13 команд девятиклассников встретились на волейбольной площадке. Участвовали составы мальчиков и девочек со всего Приморского края. Уссурийск представляли волейболисты клуба «Вектор» и юноши с девушками детской юношеской спортивной школы. Наш состав изменился, к нам пришли новые девочки нашего года с другой школы. Мы все вместе тренируемся, пытаемся создать команду. У нас это хорошо получается, у нас большие успехи. Надеемся, так будет продолжаться. Уссурийские команды девушек соревновались в разных подгруппах. Волейболистки «Вектора» в розыгрыш за медали не вышли. Их обошли спортсменки из поселка Новошахтинский и города Артема. Интересно было наоборот. Когда много соперников, то есть набираешься уровня, то есть уровень повышается у тебя. Ты начинаешь лучше играть, смотря с кем. То есть сильная команда, еще интереснее играть. Второй уссурийский состав девушки из ДЮСШ завоевали серебро в турнире. Они уступили только волейболисткам из 73-й школы города Владивостока. Бронза у спортсменок из Новошахтинского. Среди юношей воспитанники местной ДЮСШ вновь серебро. Команда «Русич» из краевой столицы на вершине пьедестала. Тройку призеров замкнули волейболисты из Михайловки.